А сейчас мы разыграем еще 10 билетов, только это будет уже детский спектакль, который называется «Ивасик ТЛС». Да, он пройдет завтра, то есть 3 марта в городском дворце культуры. 3 апреля. Уже апрель? Да. Ну это первоапрельская шутка. Ну, сегодня 2, ничего страшного. Да, в 12:00 в городском дворце культуры. Давайте же узнаем, кто завтра пойдет. Приятного вам всем просмотра, приходите, наслаждайтесь, радуйтесь. Вас ждут такие замечательные спектакли, как наши деды Коробковалы, та Ивасик ТЛС. Приятного вам просмотра. Пока-пока.